Хорошо. Сейчас сконцентрируйтесь на мизинце своем, на каком-то одном. Вот слегка, да? Попробуйте расслабить тело и сконцентрироваться на мизинце, на его ощущениях. Как-то дышится и чувствуется мизинец на ноге. Тут очень хаотичное внимание постоянно, его надо собрать. Собирайте его сейчас на мизинце. Будет уходить голова, будет сразу предлагать вам 10 тысяч вариантов наблюдения за пальцем. Просто наблюдайте за пальцем, что он ощущает. Хорошо, по хлопку бросайте себя в психологическую позу, но сейчас занимайтесь пальцем. Бросайте себя в какую-то позу, непонятную, просто позу какую-то. Ничего не придумайте в голове, занимайтесь пальцем. Ни секунды не думая, бросайте себя в позу. Занимайтесь пальцем. Что он ощущает? Можете его пощупать, если вдруг ощущения потеряли. Занимайтесь пальцем. Мизинец, только мизинец. Хорошо, хорошо, что? Пусть что? Зачем нам? Зачем нам это? Я разгоняю. Не надо ничего разгонять. Что было? Первое. Куда ты руки? Я расслабился. Хорошо. Все, и держите так. Ноги были другие. Не-не-не, они были уже. Стояли ступни на боком, и руки были чуть-чуть выше. Да, вот так было. Хорошо. Транслируйте нам. Что за ощущение внутри появляется? Вот здесь. Руки раскройте. Не бойтесь. Что за ощущение внутри? Внутри тепло. Так отдайте нам тепло. Нет, не нужно ничего делать. Не нужно показывать, что я отдаю тепло. Нужно отдавать. Я не показываю. Вот. Я отдаю. В такой позе стойте. Возьмите все. Не надо молча все это делать. Вот у вас одна рука растопырена автоматически, а другая нет. И вот как-то вы вот так отдаете тепло. Кому-то больше. Стойте, не надо, все так и стойте. Зажмите сейчас все тело. Напрягите мышцы. Нет, нет, держите все пальцы. Вот в такой позе зажмите просто все мышцы. Спину. Нет, не голову, спину. Вот, и смотри, уже покраснели щеки. Вот, ноги, да, еще сильнее можно. Да-да-да, ступни у вас расслаблены, да. Вот так, вот, хорошо. А теперь расслабьтесь. И как-то воздух выйдет. Еще разочек. Встали. Подышали как-то легко. Руки затекли. Потрусите меня. Вернитесь обратно. Психологический жест. Хорошо. Вдохнули. Зажали. И вот первое, что родится в голове или в теле, сказали и сделали, шагнули и поехали. Вам! Хорошо, еще легче, давайте сделаем это еще легче. Вдохнули, зажали все, ноги, ступни, ладони, шею расслабьте, только верится. Да. Выдыхаем со звуком и отпускаем все тело. Чувствуете? Разница наша заключается только в том, что мы, когда говорим слово, формируем наш речевой аппарат. Говорить мы начали относительно недавно, 10 тысяч лет назад, ну, плюс-минус, когда стали Homo sapiens. Вот. А общаться телом мы научились гораздо раньше. Попробуйте еще раз вернуться к древним корням. Хотя бы на 10 тысяч лет назад. Будет одна буква. Хорошо, вдохнули. Зажали.
Да, еще можно бицепс напрячь, ладони, стопы, живот. Расслабились. Долго думаете? Расслабляйтесь. Видите, спускаете. Позвольте вот не быть. Быть может, вы знаете, что-то пойдет, не знаю, ну руки задрожали. А у вас, быть может, другая что-то будет. Вот у вас есть что-то, вот вам показалось, что вот так вы отдаете. Отдайте там. А, сложновато, да? Не, я просто по-своему ушел. Хорошо, а? Ну, мысленно как-то растворился. Без звука и без физических мыслей. Актерское мастерство требует того, чтобы вы транслировали нам, а не растворяли это в пространстве или в себе. Да, когда вы отставляете что-то в себе, мы недополучаем, а хочется нам дополучать. Представьте, что это вылетает из вас, прямо вылетает. Вот руки есть вверху зажаты? Может, теплый выдох? Какое-то вот движение, не знаю, легкое. Пробуйте, да, ближе. Вдох. Голова не думает. И выдох. Хорошо, легче только. Видите, чем легче, тем громче и тем понятнее нам, что вы имеете в виду. А, еще. Поделайте так. А теперь. В чем разница между вами и мной? Чуть окончательно появляется. Так я расслабляю челюсть в конце. А вы сжимаете. Давайте еще раз попробуем и расслабим челюсть в конце. Вместе со мной. Да, видите? Позволяйте себе быть легче. Чуть-чуть легче. Хорошо. Займемся групповой терапией. Хорошо, туда клини. Да, хорошо. Обнимите его сейчас, положите руки на плечи. Не-не-не-не-не. Лицом друг к другу. Встаньте, положите руки друг к другу на плечи. Хорошо. И попрыгайте по кругу. По кругу? По кругу, да. Еще легче. Легко. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте. Поехали. И...
Сделайте, пожалуйста, нам учет, каким должен быть мужик.